Ближе к звездам в День России глава региона вручил государственные награды. Указом президента страны их удостоены более 40 жителей Самарской области. Среди награжденных – сотрудники РКЦ «Прогресс», флагмана ракетно-космической отрасли. Торжественная церемония прошла в доме, где после успешного завершения первого в истории человечества полета на орбиту Земли отдыхал Юрий Гагарин. 16 человек, среди которых конструкторы, машинисты, инженеры, операторы станков, жестянщики, получили медали ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Еще 6 работников предприятия удостоены медалями за заслуги в освоении космоса. 16 специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации». Сегодня мы вновь устремлены в будущее, к новым высотам. И РКЦ «Прогресс», ставя перед собой все новые и новые задачи, выполняя указания Верховного Главнокомандующего, хочу вас поздравить с тем долгожданным решением, которое произошло в начале года по сверхтяжелой ракете, по многим другим проектам, о которых, может быть, не всегда мы говорим вслух, но которые работают и на обороноспособность нашей страны, на развитие его уникального потенциала, природных ресурсов, экономики, народного хозяйства. Более подробно о тех, кто в День России получил заслуженные награды, мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:30.